Так, ребята, шахматный камбэк. Да, e4. 2300. Давай f4. Французская. Четыре очень слабый ход. Очень слабый ход. Так, у нас же этот, как там? Ну, это хорошая позиция за черных. Жена что, он на c1 убит, он вот так вот ставит и все. Да, так, но это шахматный... Так, почему-то у меня TeamViewer завис. Так, тут c3. e4. Это просто ненадежно у белых. Мы не держим эту пешку. Я все равно. Да? Я играю исключительно. Вот, все, хорошая позиция. Да, безнадежно. Стой, Сейчас стой, пишу. стой, не бери, не бери, не бери. Что делать? Да, он возьмет. И что, не бери. Я такого же не спасу. Король на g2 спрячется. Есть тут иди. Ну бей. А что ты отнимаешь у меня мышку? Ну, теперь идея 2-0 нельзя, потому что висит на b2. Ну все, занимайся. Да, Нормально, открытая позиция. может еще. Пим. Ну 2-0. А, 2-0 Ван царь b6. FXB6 сдались. Тогда конь c6. Ой, конь c3. Да. Пацана возьмут. FXB6 начнется. Ладно. 3-0 сыграю в твоем стиле. Было бы забавно. Нет, я понимаю то, что ну, вот не дает 2. Может, 3 даст. Ладно, мат получу. Да ладно, чем? Может После... быть, F5 пора? Давай. Все правильно. Дикий бред. Не, ну ты как хотел. Ну и все правильно. Смотри, какая острая позиция. Нет, она не острая, она безнадежна. Стоп, Без шансов. слон f5 может? Ну вот, тут даже намека на шанс тут нет. Опять. Слон f5 предлагаем. Просто фигуру отдали. Ну, за две пешки. Ну какие, ну еще слон. В итоге слон Е3 там в конце, вот с этим слоном мы мат получили. Конь b5? И куда? Давай, ну тут любой ход безнадежный. Так. Ну теперь может где-нибудь там в вариантах. Ферзь Да, я c4. вот сейчас стекает, каких вариантах, что мы будем делать? У нас мощный слон. Теперь нам нужно его активировать. Так, g4 нужно делать. Мэп уже без фигуры. Слон как был убит, так... Ну, эта позиция даже хуже, чем предыдущая. Там только материала не хватало. А здесь у нас еще фигура стоит отвратительно. Ферзь b6, видимо, заканчивает. Давно все заканчиваю. d4 он нам сейчас пойдет. Да. Что мы сделаем? Ну и все, играй. Нормальная позиция. a4 надо играть. Ферзь b4. Ну, похер. Ферзь a3, мат. Тогда... Надо так играть, у нас других вариантов нет. Короля 2, наверное, можно было еще. a4 без фигуры. Не пустили, да? Ну, поддавливать. Нужно ферзь b5, что ли? Туда ферзь c3, мат. Ладья c1. Ну, тут хоронит. Может, ферзь d2 еще? Здесь красивый выигрыш. Дать его показать ему? Давай дадим показать. d3, ферзь c3, слон d4. Если найдет, выиграет симпатично. Если честно, семечки, конечно. Ну это не симпатично вообще. Ну, это достаточно весело. Как с d4 и мат такой. Да, Все неплохо. на связках, посмотри. Неплохо. Мы сегодня выиграем хоть что-нибудь.
Ну нет, ты...